знаете, что сейчас хочу вспомнить? Вспомню. Разрешаю. Я хочу вспомнить, что вчера мы простились с жрецом кинематографа. Мы вот с Николаем были на похоронах. Мне повезло в жизни, хотя могло бы и больше повезти, мог бы и сниматься у Эльдара Александровича, но так вот не сложилось. Но я встречался с ним несколько раз, он меня принимал на высшие режиссерские курсы, поставил пятерку мне анонимно оценивать, работа письменно. И я помню, как он, вот мы все, как мы волновались, все абитуриенты, боже мой, просто вот поджилки, знаете, поджилки по-настоящему трясутся просто. Немеют руки, ноги, а он зашел в зал и так с нами говорил. Такая шла энергетика добра, понимания, уважения, несмотря на то, что он насколько нас старше. А вы знаете, какое стихотворение написал Эльдар Александрович последний? Рязанович. Не слышали? Хотите, я прочитаю? Да. Я недавно вот его, я не знаю, к сожалению, наизусть, но мне кажется, будет уместно его сегодня прочитать. В старинном парке корпуса больницы, кирпичные, простые корпуса. Как ждали, что не учился я молиться, и горько, что не верю в чудеса. А за окном моей палаты осень, в листве почившей скоро быть в снегу. Я весь в разброде, не сосредоточен, принять несправедливость не могу. Что мне теперь до участи народа, куда пойдет и чем закончит век? Как умирает праведна природа, как худо умирает человек. Мне здесь дано уйти и раствориться. Прощайте запахи и голоса, цвета и звуки, дорогие лица, кирпичные, простые корпуса. Спасибо. Вы знаете,